Так, этот рейдет 6. Весь интересный как будет. Анда вот 27. Ну столько 25. Так без палев. Заработать. Главное сейчас не прямо быть, не стяпаться мне. А это точно. Так что большой палец вверх, кому понравилось это видео. Дай бог у меня, чтобы редактор в ютубе заработал. Главное, что не хочет работать, зараза. Чтоб можно было бы, в принципе, их склеить. То я хотел бы сделать. Так, это наушника не надо. Да это бодика не поедет. А вон тем может, но нам. Таким палевным способом без стекла не будем. Без палева. Евротрак-симулятор 2 или автомеханика. Так,
опять драться не стреляться не пришлось. Ну что, я подзабыл эту фигуру. Ну. Уже две как машины стоят. Давайте вот такой попробуем. Игра в замедленном действии. Она одну секунду. Я хотел, ну, так передумал. Водитель хочет скрыться. Ладно, муж, есть муж, не поставил. Ясно. Краденый. Ну, что, давай, проходи. Вы убьете кого-нибудь, если будете так водить. Платите штраф. И стойте. Ладно, деньги потрачены с толком. Да. Ладно, чтобы я тебя больше не видел. Ехать к Майке, что ли? Ну, сюда забежать. Не, ладно. В принципе, туда Майки Бруски недалеко. Поехали. Сколько там?
ну всего лишь-то. Скрыться. Идется их. Понял. Выходи, тварь. Сколько там полтинников? У нас сколько? 20. У нас сколько, хрен знает, сколько было. Ладно. Придется платить, сэр. Как отказываться? Синь, дай бог. Сейчас раз их замучу. Вот 10, а месяц. Спасибо, офицер. Сделай себе одолжение, исчезни. Давай, речь у меня наступает. Фу, хорошо, у меня с запасом было. Вот так вот, советую всем. Чтобы было с небольшим запасиком. Тогда бы мне не пришлось бы второй раз ехать к Майке Бруску. Майку. Блин, второй раз машину разбили. Да. Джо не было дома. Сперва я подумал, что он просто опаздывает и пошел перекусить. Два часа спустя Джо так и не пришел. Темнело, я начал волноваться. Пора было его искать. 6 часов спустя, нормально. Может, Джо встречается с Эдди в Соколе? Поехали.
Да, немножко затормозил. Вито! Ну, наконец-то. Ты слышал, что случилось? А что случилось? Генри мертв. Что? Китаёза его прямо на куски порубили средь бела дня. Почему? Так ты ничего об этом не знаешь. Генри хотел предложить мне какое-то дело, но я отказался. А что случилось? Генри дурак. То есть был. Решил поторговать наркотой с китайцами. Знал же, что дело запретное, но попался. Карло его простил, только взял небольшой штраф. Но косоглазые подставили Генри и порубили на куски посреди парка. Черт! Нельзя вести дела с желтопузами. Хуже того, Генри работал не один. Вчера какие-то парни перебили толпу косоглазых в китайском квартале. Теперь они грешат на нас или на Винчи. Винчи уже начали угрожать. Если быстро все не разрулить, мы по уши в дерьме. Ты точно ничего об этом не знаешь? Ничего, Эдди, клянусь. Да? Ну а Джо? Джо пару дней был со мной. Тогда вам повезло. Карло сейчас нет в городе, но когда он вернется, будет некрасиво. А то. Надеюсь, ты мне не врешь, Вито. Так-то вроде. Так-то. Так, если у них. Пойду-ка к Джузеппе. Он всегда держит нос по ветру. Наш друг. Медвежатник, как он сказал. Да, этих рыбочков нету. Сколько тогда не уехать? Ладно, поворотика, и взят. Эй, Джузеппе, я ищу Джо Барбара. Он был тут сегодня? Алло, Вито. Да, Джо заходил. Здорово, я весь день его ищу. А он не сказал, куда направляется? Нет, и сдается мне, он и сам этого толком не знал. Что такое? Он искал работу, но прежде чем мы успели это обсудить, появились какие-то ребята и уволокли его. Что? Кто? Это были люди Винчи. Сказали, мистер Винчи хочет с ним поговорить. Куда они могли поехать? Нон-Лосо. Может, в Мона Лизу? Это их бар. Черт. Что-то не так? Не знаю. Скажем так, мы сейчас не в лучших отношениях с мистером Винчи. Да, у Джо был нерадостный вид. Ах, как мне это не нравится. Надо выяснить, что происходит. Надеюсь, ничего серьезного. Буана фортуна, Вита. Давай, счастливо. Чао, рогаци. Где-то здесь. Тут. Так, я вам шум проханул. Сейчас он летачку прокол. Где-то здесь. Естественно, я здесь еще точно лет прокол. А, не можно подумать. Такого красота. Нам ехать. А, тут, в принципе, недалеко. Да. Ну, это какая-то странный бак. А нам лучше.
стоять, и может не убью. Привет, парни. Ну и наглец же он. И я тебе рад. Не шевелись. Эй, послушай доброго совета бармена и брось дурить, Вита. Так, во-первых, прошу медленно бросить оружие на пол. И без глупостей, пожалуйста. А то у бармена пальчики подрагивают, а? Я без оружия. Ладно, так зачем ты пришел, Вита? Мы тебя не ждали. Я ищу Джо Барбара. Я слышал, его зацапали твои парни. Возможно. И что ты задумал? Мы с Джо тебе ничего не сделали. Мистер Винчи думает иначе. Он хотел получить объяснение. Их-то Джо сейчас и дает. И раз уж ты заглянул на огонек, почему бы тебе не присоединиться? А если я не захочу? Эти пушки говорят, что хочешь. Но не волнуйся, там отличный вид. Давай. Черт! Какого хрена? Какого хрена, Джо? Придурки пошли отлить. Клево. А вот скажи, какого черта мы здесь делаем? Этот старый козел Винчи не видит, что у него под носом, и надеется, что я ему покажу. Идиот. О-хо-хо, сладкая парочка уже здесь. Добро пожаловать, Вита. Что происходит? Тебе не с чего с нами так поступать. Не с чего? Не с чего? Сначала история с Лео, а потом в городе начинается полный бардак. Китаёзы сходят с ума. Все словно ополоумели. А теперь желтокожие еще и меня пытаются убить. Никакого порядка! Я слишком стар для этого, так что будь добр. Расскажи, что за хрень происходит. Ну, я весь внимание. Мистер Винчи, ну, я без понятия, что происходит. Поверьте. Мы с Джо тут ни при чем, правда? Это не то, что я хотел услышать. Ну так это не наша проблема. Потому что мы вообще ничего не знаем. Это плохо. Наконец-то. Времени мало. Надо что-то делать. Хорошо. Попробуем выломать трубу. Давай, помогай. Один я не справлюсь. Ладно. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще. Раз, два, три. Твою же мать! Мать твою за ногу! Где пушить? А, о! Это что за шум? Это что за шум? Дьявол, ушли! Ой-ой-ой. Ошибочка. Я думал, можно так убрать. Хотя его беззвучно мать убрать. Мать твою! Твою да? же мать! Мать твою за ногу! Тогда уходим за оружие. Всё. Очень удобная позиция. Чтоб меня зацепили. Вот так вот он хочет.
Да пошло оно, я ухожу. Не убивайте меня! Вот тебе, подонок! Прикрытие такое. Так, давай, высунься. Ну, высунься, ну. А, уже вот. Зайти-то. Боже, он за меня брал. Сейчас буду мучиться, путаться. Он будет садиться. Иди вперед! Я прикрою! Умный! Куда это ты попёрся? Твои похороны.
Как тебе это понравится? Это кто там? Че там? Давай! Вита, иди сюда! Тут можно выйти наружу. Упс. Извините. За такую маленькую штучку я не только обнаружил. Джо, бери. Убить. Опять все заново. А вроде это сохранилось. Или опять все заново. Ну, слава богу, хоть не заново. Не заново. Куда делся этот урод? Сбежал. Куда это ты побежал, мать твою? А-а-а! Сдынь еще, шипок, майонезный. Тебе это понравится? Давай! Все самому приходится делать. Давай, обсосы! Вита, иди сюда! Тут можно выйти наружу. Так ты... Гоша, нет. Ну, вот. Давай, греби сюда, Вита! Дыму. Тебе это понравится? Лучше давай! Вита, иди сюда! Тут можно выйти наружу! Барбара молодец.
Thank you.
А ты собака дикая, пизда. Я сейчас буду биться в голову. Кто злой? Сейчас из автомата хочу. Все, дай. Гранат, он не ехал, ты же по мудрому вылез. Соскучись. Я этим не уважаю. Это что, как звонит? Как ты еще прийти? Это, по-моему, последняя часть. Погибать-то на ерунде. Там еще кто там еще стрелять, понятно.
ясно, как я проходить его буду. Стоим он где-то в Опа! Ну ладно, еще разочек, еще. Проходи, да проходи. Где подстрелять? В том, что осталось тут из живых из вас, ребята. Блин. Так, призрядки еще и долго не будет. Это квоп. Давай, вымерни еще раз. Давай, греби сюда, Вита! А, блин, а там пушки. Yes.
меня что-то зачем? Вита, они меня здорово отделали. Кажется, мне нужен врач. Ладно, сейчас доставим тебя к Эль-Грека. Да. Шабу. Не уровня. О, Эль-Грека тебя починит. Да, конечно. Ой, блин, кашлю. Вот и мне каждый раз перо под ребра вгоняют. Чем больше дергаешься, тем хуже тебе будет. Слушай, Вита, спасибо, что пришел на помощь и рисковал своей шкурой. Мы же с тобой в одной лодке, а? Как всегда. Теперь расслабься уже, пока ты мне все штаны кровью не залил, а то, правда, придется перо тебе всунуть. Нашел, мать твою. Время комедию кого-нибудь, если будете так водить. Платите штраф. Спасибо, офицер. Сделай себе одолжение. Ищи. Помочь? Не, справлюсь. Что делать с деньгами? Отвези Бруно. Ладно. Хоть с этим разберемся. Добрый вечер, господа. Так, что с вами случилось? Привет, док. Мне надрали задницу, и я харкую кровью. Да что за день такой? Тут еще один из ваших. Кто? Его зовут Антонио Бальзам. Тони Бальзам? С ним что? Я его крепко отделал. Боюсь, ходить он больше не сможет. Что? Это тебя удивляет? Вся эта кровь, смерть. Вы сами выбрали такую жизнь. Рано или поздно везение кончится. Кто следующий, ты? Не надо морали, док. Есть время подлатать Джо. Да, но придется подождать, пока я закончу с Антонио. Ну ладно, док. Ладно, заходи. Главное, уладь все с Бруно, хорошо? И еще Вита. Спасибо. Конечно. Поправляйся.
эти деньги не хватает. Мне нужен Бруно. Деньги принес? Да. Ну, заходи. Тебе повезло. Мы уходить собирались. Добрый вечер. Ты принес мне деньги? Или хочешь продлить срок? Вот они. Признаться, я немало удивлен. Я слышал, что у вас возникли проблемы. Да, верно. Мне сказали, Генри погиб. Меня это очень огорчило. Айзек, считай. Значит, ваше предприятие было успешно. Деньги я вернул, так? Конечно, конечно. Только вот весь город стоит на ушах. Китайцы решили, что итальянцы на них напали и пошли войной на Винчи. Это нехорошо, нехорошо. Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Бруно. Это не твое дело. А, спасибо, Айзек. Значит, долг погашен. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вито. Вито... Вито Скалетто. О, Скалетто. Я знал одного Скалетто. Но должен сказать, ты лучше отдаешь долги, чем он. За него пришлось расплачиваться его бедной жене. Так это у тебя мой отец занимал бабки? Ха-ха. Твой отец. А, яблочко от яблони. Я вижу, ты не одобряешь.
Но я же не заставлял его влезать в долги, таки верно? И тебя таки тоже. Если понадобятся деньги, ты знаешь, где меня искать. Точно. Так что всем подписываемся на мой канал. С вами Маша Палец Вверх. Следующая глава, последняя, к сожалению. Так что пока.